Привет всем! Я тут заказал на днях геймпад из Wildberries. Геймпад обычный, по стандарту PS3, фирмы Defender, модель Omega. Ну, я не знаю, это какая-то линейка или просто написано, но он стандартный геймпад, какой тут тоже продают. Но я хотел попробовать именно вот этот. Так как цена была хорошая, ну, со скидкой 400 рублей. У нас тоже такое купишь, но какой-то ноунейм. Китайской сборки, подозрительного качества. Я этот пока не анбоксинг не сделал, поэтому пока что показываю так визуально. Он, конечно, хороший. Характеристики, ну, понятно, что у него есть аналоги, две штуки. Работает как надо на 8 сторон. Режим D-pad, у него нету X-input, как в Xbox. Поэтому кто ждет там, не знаю, поддержки всех игр, такого не будет. Он только D-pad. То есть стандарта PS3. Xbox. Да, все верно. Короче, тут что у нас тут написано? Вибрация присутствует. Не знаю, там две штуки или одна, как бы мне это неинтересно, я ими не пользуюсь. Ну, параметры тут. Мне, конечно, понравилось то, что он 1,8 метра, почти 2 метра. Пока не открывал. Не смотрел на это, но мне кажется, что будет то, что было описано. В общем, это сам геймпад. Так, фокус поставлю. Сейчас буду сравнивать его в играх, а конкретно в Mortal Kombat 11, потому что в других играх геймпад мне как бы вообще не интересен. В футболе и в остальных как бы у меня вот тут есть немало штук. Например, вот этот Genesis EV65. Он на Bluetooth работает. Очень хороший продукт, короче, нормальный. На месте кнопки, все очень хорошие, лифтов нет никаких, со своей зарядкой, с аккумулятором. Короче, он поддерживает две функции, D-input и X-input, поэтому во всех играх его можно использовать, тут можно видеть режим его поддержки. Когда вы меняете режим, он качество светодиодных лампочек он меняется. Две штуки там, кажется, D-input и X-input. Соответственно, одна лампочка дает. Ну ладно, это просто я так. Вот сам геймпад. Упругий довольно-таки, никаких люфтов нет, ничего не трещит в нем. Кнопки, можно сказать, неплохого качества там. В комментариях я видел, что писали, что он типа жесткий, там R1 там залипает, кнопка старт не чувствуется, все такое. Крестик какой-то хиленький, но если честно, отзывчивость хорошая. Упругость тоже. И как видим, у него довольно-таки длинный кабель. Работает через стандартный USB 2.0, ну, что характерно. Так, это сам геймпад. Сзади вот у них тоже, блин, фокус Defender Omega написано там, ну, китайская, конечно же. Сверху характерные вот дреноватые триггеры. Сборка, никаких зазоров я не вижу. Ну, тут немного, но это скорее заводское что-то. Ну, короче, ничего критичного. Вот. В комплекте диск, книжечка, ну, еще одна книжечка, я не знаю, это гарантия или что там, но кажется, гарантия, да, 12 месяцев. Но так как тут ни хрена не написано, никаких там штампов, никаких там подписей, я не могу утверждать, что это гарантия.
Но будем верить, что он будет работать нормально. Перейдем к самим тестам. Геймпад определился, проблем нет. Ну, светодиод подключения, а отключения аналога работает. Я не помню, насчет этого что-то было написано в обзорах или нет, но все чудненько работает. Проблем у него нету. Тестируем кнопки. Так. Вводим команду. Не то ввожу, конечно. JoyCPL. Контроль панель джойстика, то есть геймпада. Это быстрый доступ. Короче, это мой Xbox-ный с блюдутом. И вот USB джойстик. Так, это наш тест. Крестик работает великолепно. Так, баттоны первый, второй. Триггеры на месте. Но я с одним согласен из комментариев, что он немного шумит довольно-таки. Вот, пожалуйста. Но ночью на этом не поиграешь очень долго, но ничего. Так, это уже левый аналог. Это правый аналог, ну как и надо, это... Ну а в отключенном состоянии он будет как бы делать команды кнопок. Включаем аналог, так, баттоны на месте, триггеры на месте. А первая кнопка, вторая, третья, четвертая. Так. Старт, селект и... левый аналог и правый аналог. Короче, все ок. Теперь что я хочу сделать? Я хочу его проверить в игре Mortal Kombat. Если в нем он будет делать те комбо, которые я всегда делаю, без каких-то непудлагов, то все отлично. Я геймпадом доволен. Он довольно-таки легкий в управлении. Вес у него неплохой. Но в руках держать как бы удобней. Снова говорю, ничего не играет в нем. Убрукость на месте, сборка на месте. Никаких винтов не отсутствует. Перейдем в игру и попробуем в игре. Ага, мы в игре. Обучение. Ну, вообще, джойстик клевый. Работа очень хорошо работает. Главное, стрелки очень отзывчивые. Я не чувствую какой-то там, не знаю, там, заторможенности или что-то в этом роде. Входим в тренировку. Берем моего любимчика. Вообще, мне это не интересно. Так, дэш работает классно. Да. Да. Отлично. Тоже. Не понял. Ага. Тоже норм. Теперь будем коннектиться. Ага. 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 Не, не так. Ага. Это тоже хорошо получается. В общем, попробуем основные приемы. Типа того. Да. Да. Connect. Вот и все. Геймпад рабочий. В Мортальник можно играть. В остальные игры, я надеюсь, тоже получится сыграть. Кнопки на месте. Одним словом,
все нормально. Геймпад рабочий. Рекомендую.